Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши зрители. У нас ведется прямой эфир с клуба Игоря Бутмана. Сегодня мы вышли спустя четырехмесячный... Я даже не знаю, сколько времени прошло. Мне кажется, целая вечность прошла. Мы вышли на сцену. Спасибо, что вы к нам пришли, что вы нас смотрите. И мы открыли наше выступление композицией с моей сольной пластинки, которая вышла на Бутман Мюзик, называется «Гато». И мы продолжаем, приглашаем Ивана Акатова на трубе. Я представлю наших музыкантов, которые сегодня любезно согласились принять участие в нашем празднике. Владимир Нестеренко, клавишный рояль. Максим Шибин, гитара. Алексей Козловский, ударные. Алексей Любчик, бас-гитара. И меня зовут Александр Довгополый. И мы продолжаем. Thank you.
Спасибо. Соло на трубе Иван Акатов. И мы продолжаем еще одной композицией с этой пластинки. Называется «Free Свобода». Соло Иван Акатов. Иван Акатов, труба, вернее, флюгельгорн. И Максим Шибин замечательное соло сыграл на гитаре. И мы продолжаем наш вечер, приглашаем наши украшения. Виктория Ньюман, вокал.
Друзья, подключайтесь к нам. У нас ведется трансляция на все платформы: YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Виктория еще скажет, куда еще трансляция идет. Кажется, ты уже все перечислил. Прямо сейчас, да. Но вам повезло чуть-чуть больше, чем тем, кто остался по ту сторону экрана. Но мы все равно очень рады видеть наших, точнее, чувствовать наших зрителей. И следующая композиция, которую мы исполним, авторская, она называется «Exactly What I Like». Именно то, что я люблю. Take my dress off in the neon light.
большое. Следующая композиция. Замечательная певица Тины Тернер. Мы однажды решили ее сделать и включить в наш репертуар, потому что она очень чувственная, красивая. Да? Ну, поехали. Something beautiful remains. Just
Соло на гитаре Максим Шибин. И Иван Акатов тоже сыграл. Александр Довгополов соло на саксофоне. Спасибо. Виктория к нам присоединится чуть позже. Никуда не уходите, я обязательно вернусь. Да, мы продолжаем. И сейчас я хочу сыграть свою новую композицию. Ну, я ее написал год назад. Работа велась год целый. Я думаю, что вот скоро-скоро уже вот я сделаю презентацию. Так что смотрите прямой эфир, смотрите. Мы пригласим всех, кто принимал участие в записи этой пьесы. И сейчас мы сыграем эту композицию, она называется «Весеннее настроение Spring Mood». We'll be right back.
Алексей Любчик, бас-гитара. Он играет с нами практически впервые. Уже 20 минут. Алексей Любчик, потрясающий басист. Соло на трубе Иван Акатов. И Владимир Несеренко к нам присоединился. И сейчас он сыграет развернутое соло. Даже развернутейшее просто. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Всем привет, кто нас смотрит. Прямой эфир. Дорогие зрители, спасибо, что вы пришли. Мы продолжаем. И сейчас я хочу представить свою композицию из основной нашей программы. У нас есть несколько программ. Есть презентации, презентационные треки. Есть уже основные треки. И сейчас прозвучит песня, называется «Самба дождя».
самба «Дождя». Владимир Нестеренко, рояль. И Максим Шибин, соло на гитаре. Друзья, мы продолжаем нашу программу и приглашаем Ивана Акатова и Викторию Ньюман. И песня будет про любовь. Я немного уточню. Знаете, у нас очень много было вопросов в свое время о том, почему мы не включаем русские песни, да, находясь в России, в наш репертуар. И тогда Саша сказал: «Я же знаю, ты пишешь на русском, давай, давай что-нибудь поищем, что-нибудь интересное найдем». И долго сомневаясь, в общем, я решила, что мы будем играть песню «Близость». Вы знаете, эта песня о, наверное, сложности, даже не сложности, я бы сказала, а о первом поцелуе, о вот тех самых нервах, наверное, которые каждый из нас чувствует, да, стоя у двери, прощаясь с кавалером, либо кавалер с дамой, и вот они не знают, стоит целоваться, не стоит. Вот эта вся ситуация, как бы, которая происходит в человеке внутри, да, в этот момент, вот именно она вся отражена в этой песне. Я надеюсь, прослушав ее, вы что-то вспомните о своих первых поцелуях. Чувствую, как
Спасибо. Виктория Ньюман. Спасибо. И ее песня «Близость». Друзья, мы продолжаем. С первого раза это не то, о чем вы подумали. Спасибо. И мы продолжаем еще одной нашей композиции. Я ее написал очень давно. И я очень рад, что ее слушают многие люди, потому что она крутится на радиостанциях. Это называется композиция. Также с этой пластинки. Вот, вы можете ее приобрести, она продается в интернете. Также вы можете меня найти. Spotify работает в России. Друзья, добро пожаловать. И эта песня называется «Бразилия Босса». Thank you.
Спасибо, друзья. Бразилия Босса, Владимир Нестеренко, рояль, Максим Шибин, гитара. И мы продолжаем, приглашаем Ивана Катов и Викторию Ньюман вновь. Друзья, для нас праздник потрясающий просто, что мы вышли на сцену, наконец-то. У нас появилась такая возможность для всех артистов в мире, кто сейчас находится на карантине, я не знаю, в Америке, наверное, у них еще нет такого счастья, но оно, надеемся, скоро появится. И мы продолжаем. Вы знаете, мы часто в Саше бываем на разных зарубежных концертах, ну, я имею в виду зарубежных звезд, и стараемся почерпнуть что-то интересное, что-то креативное. Может быть, вы заметили в некоторых песнях, были плейбеки, что позволяет песне звучать еще сочнее, еще интереснее. К сожалению, нет у меня вокалисток, бэк, поэтому пришлось все самой записывать. Вот. И одна из классных идей, которую мы недавно привезли из концерта любимого нами Брайана Макнайта, это попури. Всем нам известное слово, да, это композиция из нескольких классных композиций других. И вот мы сегодня подготовили такой замечательный микс из зарубежных хитов. Я надеюсь, что вы все эти песни узнаете, обязательно нам подпоете. Нам всегда очень приятно видеть вашу реакцию. Поехали!
Виктория Ньюман, Владимир Нестеренко, Иван Акадов, Максим Шибин, Алексей Любчик, Алексей Козловский. И меня зовут Довгопол Александр. Поехали! Спасибо, друзья. Виктория Ньюман. Спасибо. Спасибо, что вы нас смотрите, что вы нас слушаете. И мы продолжаем. Thank you.
трубе играет Иван Агатов. Иван Акадов. На гитаре играет Максим Шибин. Играет Владимир Нестеренко. Владимир Нестеренко. Рояль. Алексей Любчик. Бас-гитара. Иван Акатов, труба. Максим Шибин, гитара. Владимир Нестеренко, клавишные. Алексей Любчик, бас-гитара. Алексей Козловский, ударные. Виктория Ньюман, вокал. И Александр Довгополый. Спасибо, друзья. Смотрите наши концерты. Приходите в клуб Игоря Бутмана. Смотрите наши эфиры. Скоро презентация нового сингла и клипа. До новых встреч. Хорошего вам лета. У нас традиционный поклон, мы выходим все и кланяемся вам, зрителям.